На фестивале на Великом чайном пути собралось более 300 конкурсантов, и все они приехали из разных стран и городов. Меня зовут Манако, я из Японии. Я город Сайтама. Я песня «Дай мне клири». Я приехал из города Абакана, республика Хакасия. Буду выступать с песней хакасской народной, национальной. Тахпах. Мы приехали из Ангарской Иркутской области. Мы привезли прекрасных 3 номера. Это кадриль, это у нас синтетюриха, а также чича. Да, мы приехали из Монголии, с Улан-Батор, из школы Монгени. Очень рад приехать на этом Великий чайный путь в России на фестивале. Приехали дети с народным своим танцем, с народным своим песнями. В интернациональном фестивале было несколько конкурсов. Фольклорные представления, юный экскурсовод, изобразительное искусство, чайная церемония, туристический сувенир, дефиле одежды. И в каждом из них участники могли себя проявить по-своему, ведь ограничений не было. Именно на них дети подавали свои заявки. Очень приятно, что откликнулись коллективы после ковидных таких событий. Мы думаем, что сегодня будет полезно всем и посмотреть, поучиться друг у друга, получить опыт. Ну и я думаю, что наши дети приобретут новых друзей. Ведь ежегодный конкурс с каждым разом расширяет свою географию. Самое важное – это туризм, чтобы дети у нас общались между собой, знали культуру, традиции, быт друг друга, и в будущем, чтобы они жили мирно и дружно. Отметим, что конкурс «Фестиваль на Великом чайном пути» посвящен столетию образования Бурятии. Татьяна Усольцева, «Поток Армы», «Новости дня».